на площадке Уникса под 13 номером. Сын олимпийского чемпиона Сеула Валерий Тихоненко без проблем отбился в защите. Тримбл, и это уже Джикири были. Опа, Рейнольдс понес сверху, а потом почему-то решил завершить понадежней. И пока расстраивался, Джикири на опережение выбросил абсолютно контролируя ситуацию. Когда ты так делаешь, не нужно прыгать высоко. Это явно не то, чего ждал от него Велимир Пирасович, потому что всплеснул руками тренер чемпионов и затребовал. Это его первое появление после большого перерыва. И он по-прежнему самый результативный игрок в составе своей команды. Разве что Тони, ну, такое себе решение. Разное. Тримбл, а вот не стал жадничать. С одной стороны, может быть, и погорячился с этой подстраховкой, потому что остался открытый бросок. Все, промахнулся. Остапкович. На Семена. Семен. Так, для верности, наверное. Попадать в дальней дистанции в любой момент, когда захочешь. Ну и в ответ на атаки.